Стрелка секундомера неумолимо летела по циферблату. Александр Курак, действующий чемпион мира по пауэрлифтингу, был настроен на рекорд. В прошлом году богатырь за одну минуту поднял бревно весом в 150 килограммов 5 раз и стал лучшим стронгменом страны. Теперь необходимо улучшить результат, ведь 20 мая белорус приглашен в Литву на чемпионат мира в этом виде силового экстрима. Пусть большая часть болельщиков сегодня просто обыватели, но кто знает, возможно, восприятие жизни этого маленького мальчика теперь будет через призму самого сильного человека. Дан старт выполнения упражнения. Раз. Главный конкурент атлета он сам. И вот 6 поднятий за 98 секунд. Новый рекорд, эмоции и аплодисменты. Рекорд состоялся. О чем еще может мечтать самый сильный белорус? В данном виде, это попасть на Арнольд Классик среди профессионалов. В тройку сильнейших мира. Он рано стал на спортивную дорожку, в школе был середнячком. Пауэрлифтинг лишил Сашу сна. Он увидел атлетов по телевизору, и его жизнь круто изменилась. Но теперь ему мало быть чемпионом мира. Он хочет дотянуться до своего кумира. Кумир? Если с таких силачей, это Жедруна Савицкас и Кшиштоф Радзюковский. Лига сильных людей будоражит воображение многих стронгменов мира. Но попасть в топ-10 по силам единицам. Александр Курак – единственный белорус, который наравне боролся с самыми из самых. Его результат – 10 место из 12. Теперь есть шанс на пьедестал, на который пока не ступала нога белоруса. Это не просто тяжелая атлетика.